Приветствую всех моих зрителей. Для приготовления соуса нам нужен будет фарш. Здесь у меня 630 грамм говяжьего фарша, одна луковица, орегано, небольшой кусочек имбиря, чеснок, душистый перец, соль, куркума, томат. Можно взять томатную пасту, томатный соус или помидоры, как у меня вот здесь вот без шкурки, и растительное масло. Вот такие ингредиенты нам нужны для приготовления этого блюда. Если вы не любите, например, куркуму и имбирь, можно готовить без них. Блюдо тоже получится вкусным. Итак, начинаем готовить. В разогретое растительное масло я добавляю порезанный лук. И добавляю чеснок. И жаримся. Лук с чесноком уже поджарились. И сейчас я добавляю перемолотые помидоры. Все хорошо перемешиваем. И тушим дальше. Жидкость из соуса у нас уже немного испарилась. И сейчас я добавляю сюда фарш. И все хорошо перемешиваем. Вот так у нас получилось. И сейчас мы готовим соус дальше. Я добавляю соль, ну, где-то чайную ложку без горки. Добавляю куркуму, тоже где-то чайную ложку. Добавляю душистый перец. И готовим на медленном огне. Вот такой соус у нас получается. За минут 15 до окончания приготовления нужно добавить имбирь. Имбирь можно натереть на терке, либо порезать маленькими кусочками. И орегано. И все перемешиваем. Можно добавить любой перец, который вы любите, любые приправы, которые вы любите. Можно добавить петрушку, укроп. И тушим дальше до готовности. Вот такой соус у нас получился. Соус очень вкусный. Рекомендую готовить с имбирем, потому что имбирь душистый, и блюдо получается вкусным и ароматным. Благодарю, что были со мной. Благодарю, что смотрели мое видео. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Буду вам очень благодарна. Желаю всего доброго вам и вашим семьям. И до встречи. Всем пока-пока.